Самаре экстренно сел самолет Тюмень-Сочи из-за гипертонического криза у пассажирки. Это случилось в 4 утра. Женщину проводили в медпункт аэропорта Курумыч, а затем на скорой доставили в больницу в поселке Управленческий. Ее госпитализировали. Лжефермер, укравший 10 миллионов рублей, отправлен на 2 года в колонию. Житель Самарской области, получивший грант на развитие животноводческой фермы, потратил деньги на собственные нужды. При этом предоставил в региональный Минсельхоз подложные документы. Суд признал мужчину мошенником и отправил в колонию общего режима. Штурмовик Ил-2 скоро вернется на место. Его убрали из-за реконструкции Московского шоссе. Сейчас работы по строительству тоннеля идут по графику. Скоро начнется внутренняя отделка, а также установка насосов для откачивания воды. Это значит, что легендарный штурмовик вернется на свой постамент уже к концу года. С 1 июля отменят 2 электрички, соединяющие Мирный, Самару и Новокуйбышевск, сообщает пресс-служба перевозчика. Отменяются пригородные поезда, которые отправлялись в полдень со станции Мирная и в 17:40 от Новокуйбышевска. Дополнительную информацию можно получить в пригородных билетных кассах. На выходных в Самаре вновь зарядят дожди. Столбик термометра в субботу не поднимется выше 18 градусов, говорят синоптики. В воскресенье потеплеет до 22. При этом июньские осадки стали рекордными за всю историю метеонаблюдений. А 12 июня в Самаре был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков. Он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра.